Как стрёмно, ребята! Блин! Зараза, я так испугался, я аж вспотел. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Коннект. Пацаны, поздравайтесь. Привет. Ребятушки, вышла новая карта FNAF 3. Если тебе текущий приятного аппетита, а у нас крутецкий режим, аниматроники пугают охранника. Погнали. И как всегда, мы поставили ваши любимые бабушкины калитки. Так, смотри, сдерживает. Я, кстати, тягу не увеличивал, я думал, он сможет ее двигать, но двигать он ее не сможет. Он идет. Я знаю, что он идет. Тихо, быстрее. Ё-моё, блин, я так дёрнулся. Да хорош, психопат. Так, ты смотри внимательно, если что, чтобы кнопку нажать. Никого нету? Здесь никого нет? Так, всё-таки постараюсь, ребята, я выйти и пробежаться по карте этой. Отлично, отлично. Я здесь. Смотрите, как здесь все круто сделано. Автоматы, даже все вот так вот от экрана подсвечивается. Все очень классно сделано. Поэтому, ребята, не забываем ставить лайки, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. Так, ох, как громко! А что это за аниматроник такие звуки издает? Я не знаю. Ого, крики такие! Это ты издаешь такие звуки? Походу. Понял. Так, а здесь, а это типа экран? Так, а это вход. Ну, вход тут нельзя, даже на С проверял, нельзя никак удалить. Так, ну что, будем выживать. Смотрите, здесь прям мусорки, все запилили, прям очень круто. Поэтому разработчику респект. Необычно смотрится этот FNAF 3, потому что те уже более стандартные все, а этот прям, знаете, такой кастомный. Тут какая-то вот штука висит. Шторы, что ли? Такое ощущение, что эта пиццерия как заброшенная, да? Здесь да. Все так вот подёртое. Ну, автоматы рабочие. Так, слышу, что мой игрок, там уже помощник, нажал кнопку и закрывает двери. Ого, что так громко? А где он стучит? Я захожу. Все, закрывай. Так, все, пока не нажимай, будем ждать, пока он будет идти. Так, у нас есть две вентиляции. Если он отсюда будет идти, мы сможем выбежать. Ой. Странно, а сюда можно было зайти? Ой. Уже нельзя зайти. Ой. Ладно, я вспомнил, мне надо купить кое-что. Эй, а что у тебя такая странная анимация? Офигеть. Так, давай, закрывай. Закрывай. Ой. Беги. Блин. А, у тебя такая анимация, когда ты нажимаешь Ctrl, да? Да. Не доделали, короче. Закрываем, держим. Бабушкины калитки он никогда не сможет проломать. Так, отжимаем, все четко. Смотрите, здесь даже хот-дог есть. 5 сосисок в хот-доге. Ого, как громко ты ходишь. Что за аниматроники у нас сегодня? У нас, короче, есть классный пак на спринтрапов. Как раз это по канону FNAF 3. Идет. Я успею закрыть. Я говорю, успею закрыть. А, мы с тобой вместе жали. Ох ты как! Эй! Легче, поломаешь жопу и полы нам поломаешься. Все, убежал. Так, отжимаем. Все, ушел, отлично. Блин, они все такие классные. Нажимай. Ух. Смотрите, как хочет пройти и не может. Кстати, он даже немножко двигает калитку. Видите, она немножко шевелится. Но у него не получается ее проломать. Все, ушел. Отжимай. Так, если что, я буду говорить, когда нажимать. Нажимай! Да тихо, стой! Надо отжать. Я так прикольно умер еще. Я поддался тебе сейчас специально. Тихо. Так, отожмем. Все, ушел. Блин, они такие страшные, прям классные у нас есть аниматроники. Блин, это стрёмно. Слышишь, по вентиляции лезет. Так, я его вижу. Сейчас он должен вылезти. Так, отлично, я его обманул. Я сзади был вентиляцию, он меня не увидел.
Ребята, это круто, это очень круто. Так, мы можем тебе... Мы, кстати, вот видим немножко здесь. Физган, убери красный с руки, тебя видно. А где он? Я его вижу. Он там. Уходи, 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 быстрей! Быстрей, 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 быстрей. Он там. Все, я захватил ваш офис. Да? Нет, ну ты не имеешь права, это наш офис. На! Я гранату успел бросить! Все. Так, отжимаем. Там еще наш охранник. Держим, держим, держим. Блин, классная вентиляция сделана. Непонятно, когда он будет лезть, но очень интересно. Так, наверное, отжимай там кнопку. Так, никого не вижу. Кстати, через решетку можно никнейм увидеть. Так, так, так. Отлично. Я убежал, я убежал. Голова Фокси висит. Он через вентиляцию идет. Уходи оттуда, уходи. Давай, давай, давай. Выходи, наверное, он сейчас вернется. Так, отлично. Нет, 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 нет. Эх, я не могу быстро бегать. Я заводовой. Блин, а здесь тупик. За жопу сейчас укусим. Да не надо за жопу кусать. У меня жопа не вкусна. Блин, он лезет за мной. Идешь? Идешь, я понял. Как пролезть в ту дырочку маленькую? На тебе. На. Я успел кинуть два раза гранату. Надеюсь, немножко у тебя жизни отнялись. Так, он нас обманывает. Ты видишь, что он делает? Он нас обманывает постоянно. Так. Странно, я сюда мог пройти раньше, а сейчас уже нельзя пройти. О, как музыка играет, а ну еще раз. Блин, вентиляция закрылась. Очень странно. Отлично! А ну тут можно выйти? Нет, нельзя. Блин, он про эту комнату по-любому не знает. Пошкеримся тут. Блин, классно, если бы дверь эту можно было бы еще ударить и на улицу выходить. Потому что карта очень много занимает места, могли бы сделать вот такую штуку. Я слышу, он там ходит. Слышу, слышу. Он меня не найдет. Как будто... Ох, как громко. А! Узнай, что я тут! Нет! Нет, 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 я убегу, я убегу. Молодец. Молодец. Как стрёмно, ребята. Блин. Зараза, я так испугался, я аж вспотел, блин. Так хотел выжить. Блин, догадался, что там дверь есть. Не найдет тебя он? Мы сейчас по этой и посмотрим. А, это очень умный аниматроник. Найдем. Ой, привет. Отойди, я от него. Хорошо, хорошо. А, ты думаешь, он там? Да, я думаю, он там. Давай, давай, мочи его. А я лучше повыживаю немножко. Так, открываем калитку. Да? Ой, нет. Не нашел тебя. От него еще никто не спрятался. Блин, насколько детализировано все. Нет, ну, больше нет. Бы таких карт выходило. А туда можно пройти? Нет, нету. А ну интересно. Нет, нету. О, еще одна вентиляция. Дерев, давайте проверим, куда она ведет. Все. Отличная работа. Так, а куда же она ведет? Мне интересно. Так, тоже там тупик. Здесь все в вентиляциях пронизено просто. Очень стрёмная вентиляция, но она такая большая. Быстро никак здесь идти нельзя. Даже если я нажимаю пробел, бы не хопить не получается никак. А что это за датчик? Тут куча датчиков каких-то. А им патроним делаю. Чё за скрип? Вы слышите? Угу. Скрипят что-то там. Хотя, наверное, у него это ноги, да, с ногами проблем. Так, интересно, куда-то я выйду? Сломай это. Пол не сломай, хоть поседать. Жопу ломает себе. Где он? А, па, вижу, 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 вижу. Догоняет меня, он за мной бежит. Он за мной, открывай дверь, быстрее, быстрее, открывай дверь, закрывай.
Я его обманул, я сзади него сел. Вот это классный эпический момент, когда он оббежал и не заметил, что я сзади него сидел на корточках. Фух, это было стрёмно, ребята. Сразу видно, поставили лайкосики, поэтому я затащил. Опа. Он взял фиолетового человека и превращается сейчас... Кого он превращается? А, ты не превращаешься ни в кого? Да, тот, не тот аниматроник. Понял. Так, если что, нажимаем дверь. Не забываем. Красную кнопку жми сразу. Очень странно. Нажимай! Нажимай. Стоит. Он выключенный, что ли? Ну да, он выключенный. Я держу калитку. Можешь не нажимать кнопку, я попробую так придержать своим телом. Интересно, сдвинет он ее с места или нет? Так, стоим. Подпер ногой. Знаете, когда дверь подпирают? Нет, нет, нет. Кто сильнее, я или ты? Я мощнее, не сможешь сдвинуть. Эй, тихо. Отодвинул. Как он это сделал? Ух, отлично. Спасибо, что нажал. А, обманул. Обмануть меня решил. Ах, ты хитрый жук. Держу. А, ускоритель держит. Нормально так. Ой-ой-ой, у нас веревка порвалась. А не, вроде бы не порвалась, я ещё испугался. Не получится. Блин, порталы не отображаются на этой карте. Представляете? Всё. Он добрый, не, он злой. Ого, у него голова откинулась, смотрите, как круто. Всё, убежал. Отжимаю. Ах ты хитрый. Я бы хотел... Он лезет в вентиляцию, текай. А нет, нажимай не ту кнопку. Я не ту нажал кнопку, блин. Бегу. А, мы застряли с тобой. Отлично, сидим. Он меня не найдет. Слышу, бегает, ребята. Хочет меня найти. В вентиляции лезет. А где он там лезет? Что он там делает? У нас сидит? Да. Эй! Сейчас я его вытравлю. Сейчас я, ребята, вытравлю обязательно. Сейчас у меня есть одно. Так, я иду вытравлять его. Ого, у него жизни. Все. Блин, своего убил. Где он там? Я его не вижу. Уходи! Вот это жесть! Ай, красную гранату кто-то брал! Ого, где это я? Меня за карту выкинуло, представляете? Это жесть! Так, отжимаем. Все, выгнали его. Мы можем в критической ситуации использовать админский пистолет. О! Я могу, знаешь, что сделать? Я могу пригвождатель взять. Нажимай. Я ему ноги пригвоздил, все. Он никуда не денется. Пошли по пиццерии гулять. И музыку сразу грустную включил. На жалость давит. И что ты нам сделаешь? Ты двигаться не можешь. А нет, он может двигаться. Он может. Не может. Да, он застрял. Он очень жестко застрял. А! Убил! Да ладно! Да как он это сделал? Пригвождатели психи. Все. Вот это не пригвождатель, что-то другое, потому что он будет на месте так долго. Во! Да ё-моё, не то взяла, хотела огнемет взять. Нарисовано огонь, а это вот огнемет. Ждем его. Во, нам дали на работе огнеметы всем. А наверное, через стекло жесть не будет оно. Интересно, огонь будет распространяться? Ой, я его отталкиваю. Отлично. Ты вышел, что ли? Да что он делает? Головой эти жопой бьется. Нет, через окно не тратится жизни. Нажимаем. Отлично. Все, не нажимай. Ускоритель, я буду... Ой, я хочу его своим телом попробовать сдержать. Смогу или нет?
Он если что, будешь помогать мне, если что, вдвоем будем. Очень странно ходит. Вот это он злющий, морда. Все, держу, иду вперед. Не, не может сдвинуть. Эй, тихо, 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 успокойся, успокойся, псих. Так, а ты меня не жги, не жги меня. А, ты нажал ускорить, и два отожмем. Попробуй. Я валю, я валю, я валю, отлично. А, я убежал. А где он? Ты его видишь? Да, ну, слышу, слышу, идет. Перезарядимся на всякий случай. Привет! Сразу! Так, надо взять еще раз огнемет, попробовать здесь поджечь вот так вот. Так, огнемет. Так. Сейчас мы газом натравим там. И теперь я поджигаю его. Ой-ой-ой, пердак горит. А че не горит огонь? Уже огня не видно просто. А ну и давайте вот тут попробуем. Так, нассал. Не горит огонь на этой плитке, представляете? Да ладно. Оно что, бессмертие включено или нет? Я ничего не понимаю. Только песочницы. Нет, не стоит бессмертие. На правой кнопке мыши не работает. А че не работает? Это странно, должно работать. Попробуй тебя газом обоссать. Потом поджечь тебя. Давайте отожмем. Где он там ходит? Он сейчас вентиляции выйдет. Вали. А вот тут попробую. Я за карту улетел. Это антипожарная карта, ребята. Не горит здесь, представляете? Так, мы тогда оружие возьмем, которое поджигает все. Ой, извини. О, загорелось. Еще разок. Ой, да что ж ты бежишь постоянно? Ой, загорелась та штука, которую я ссал. Вот это жесть. Ты должен умереть. Вот это его откидываю. Так, я убежал. Он за мной бежит, по идее. Или не бежит он за мной. Отличная нычка, отлично. Он меня не найдет. Представляете, как офигенно заныкался? Офигенно заныкался, не найдет. Да, не видит меня. Вот это нычкос. А не видит. Я хочу тебя перепрыгнуть. Не смог, не смог. Так, заходи. Ух ты, Дуралекс! О, я знаю, что надо сделать. Я знаю, что надо сделать. Да что ж творится? Это что ты умираешь? Так, сейчас мы все сделаем по красоте. Нет! Смотрите, сейчас мы так бомбы сделаем, попробуем отодвинуть комнату. Не отодвигает ее? Не отодвигает бомбу, представляете? Все, мы, короче, бомбой заперли себя. Ну и что, ты ее не сдвинешь с места. Да, она не зафрижена. Ну да, она очень тяжелая, представляете? Во, прям вообще жестко. Все, не зайдет. Мы сейчас тоже тут бомбу положим, чтобы он зайти не мог. Смотрите, вот так вот. И вот здесь тоже положим. Все, ребята, он никак не зайдет. А если зайдет, погибнут все. Так. Ой, ой. Ай, блин, а кто взорвал бомбу? Аж лампочка отвалилась. Вот это жесть. Разлетелось все. Еще. Это ты взорвал? Нет. Да что такое, что творится? Огня взорвалась. А давайте отлетим, посмотрим. Большая карта. Ой-ой-ой, вот это мы взрыв устроили. Я лечу в небытие. Если понравилась эта серия и она вам подняла настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Эпический взрыв. Как всегда, все разлетелось. Все.
быстро, да, сейчас.